Слушаю новости спикера, блогера, благословенных просроченных срочников, красноречивых перцовых баллончиков, животворящих гуманных шокеров. Все каналы забиты, жизнь стала уже очередь к сердцу из блях кровеносных. Тьма наступает, я снова ей нужен. Дай прикурить от колес богоносных. Что заберут нас в туманную даль, где ничего уже будет не жаль. Сыпятся новости, сказки, тиктокеров, удовольствия тоталитарной эротики, победные марши сдавшихся рокеров, и главное котики, котики, котики. Но война — это место, где все ускоряется в ожидании новой равнодушно крадут время нашей земли.